Готовы к USP Tour East? Санта-Фе, Нью-Мексико. Гонка в городе разнообразия. Они прошли контрольную точку, близкие к финишу. Кто же оставит свой след?
Speed Tour East. Сент-Луис, Миссури. Промчитесь мимо города курганов, врат на запад. Вот и они, прошли последнюю контрольную точку. Впереди финиш, за победой на этапе.
приветствую на US Speed Tour East, Нью-Йорк. Большое яблоко, город, который никогда не спит. Приветствую на US Speed Tour East, Нью-Йорк. Большое яблоко, город, который никогда не спит. We'll be right back.
уже скоро окажутся у финишной черты. Какой же водитель поставит рекорд? Люди говорят об американских и японских машинах, но не забывай о европейских. Они быстрые, мощные и напичканы всякими передовыми технологиями. Феррари, Порше, Астон Мартин. Европейские автомобили довольно опасны. Okay.
Время на исходе. Покажи лучшие трюки. Рули давай. Опасно было. Близко, но чисто. Опасно было.
Готовы к спецучастку номер 5 US Speed Tour West? Лас-Вегас, Невада. Казино и огни Лас-Вегас Стрип. Вива Лас-Вегас! Right here.
уже скоро окажутся у финишной черты. Какой же водитель поставит рекорд? Thank you.
We'll be right back.
Тио Маркетс – чемпион. И это не просто так. Он одно целое со своей машиной. Знает ее вдоль и поперек. Они со своей тачкой – идеальная пара. И потому Тио практически непобедим. Заметь, я сказал «практически». Просто вдруг стало интересно, каково это быть догоняющим.
Готов к покатушкам? Отличный шанс проехать по всей стране из Вегаса в Йосемити на Харлее 2017 Street Glide Special. Будь готов соревноваться с другими фанатами Харлея. Тио к ним не относится. Так что у нас есть все шансы на победу.
уже доступно. Новое событие в серии Live Extreme. Еще одна гонка Live Extreme. Победишь снова и будешь купаться в славе. Ну, каково тебе быть звездой? Испытание про рейсинг ждет, когда ты уделишь ему немножечко внимания. Действительно, зачем пытаться-то? Речь всего-то о нескольких самых быстрых тачках в мире, катерах, новом самолете и... Что? Ага, знаю. Ладно, сейчас запнусь.
Yeah.